Добрый день, коллеги, дамы и господа. Меня зовут Екатерина Стриха. Я основатель российско-британской международной группы компаний SmartGoPro. И сегодня у нас первый день онлайн-конференции Digital Oil and Gas для руководителей крупнейших нефтегазовых компаний из разных стран мира. Ссылка на программу конференции направлена на электронную почту всем участникам. Во время онлайн-трансляции вы все можете задавать интересующие вас вопросы спикерам и организаторам через опцию «Вопросы и ответ», а также участвовать в интерактивных опросах, которые будут проявляться на экранах ваших мониторов. На нашей конференции обеспечивается полный двусторонний синхронный онлайн-перевод. Вы будете иметь возможность слушать выступления спикеров и дискуссии, как в оригинале, так и воспользовавшись кнопками перевода на русский, либо на английский язык всех выступлений программы. Наше мероприятие посвящено изучению наиболее перспективных решений для нефтегазовой отрасли на основе технологий промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных и предиктивной аналитики, цифровых двойников, 3D-технологий, виртуальной и дополненной реальности, робототехники, дронов и других безлюдных технологий. Онлайн-площадка – это уникальная возможность встретиться с лидерами рынка и узнать о самых актуальных трендах цифровизации отрасли, успешных стратегиях, последних кейсах и лучших инструментах для повышения доходности, эффективности, безопасности и трансформации предприятий в высокотехнологичный бизнес. Я хочу поблагодарить всех спикеров из крупнейших нефтегазовых компаний мира за то, что согласились поделиться своим опытом внедрения цифровых технологий с участниками нашего онлайн-события, а также партнеров нашей конференции – компании Мегафон, Wonderware, Schneider Electric, Siemens, ABS Dataford, Etos, Rotec, Dassault Systems, PLM Ural, Altegra Sky, RecFaces, Unitera, Cadfim CIS за поддержку и разнообразие инновационных решений и технологий для успешной цифровой трансформации нефтегазовой отрасли, с которыми вы познакомитесь за 2 дня нашей конференции. А также хочу еще раз поприветствовать и поблагодарить за регистрацию и интерес к нашему онлайн-событию делегацию участников от крупнейших отраслевых нефтегазовых компаний.